Всем привет, ребятки! Привет! У нас пришла огромная посылка из Германии. Представляете? Она очень большая и очень тяжелая, что там, я не знаю. Давайте раскрывать вместе с нами, я думаю, что всем будет интересно, что там внутри. Давайте я переставлю на кровать. Осторожно, Мась. Собаку ничуть не задавили. Потому что она высокая, так будет удобно. Удобно. Всегда так приятно распечатать посылки, никогда не знаешь. Такая у меня быстро, да? Лично у меня чувство как в детстве, когда, знаешь, когда дарит и не знаешь что. Да, есть такое. Лена, у тебя и так детство. Тебе и придумывать ничего не надо, да? Не говори. Так, сейчас я тут разберусь. Вот это уберу. Это просто адрес. Так. О, есть. Давай нож в сторону, чтобы никто не напоролся. Ух ты! Это вещи! Слушай, как все красиво сложено! Спасибо большое! Сейчас мы будем разбирать! Да. Так это что, надо примерку делать или что? Ну да. Так, давай первое смотрим. Лена! Мне кажется, это явно не маме! Может, и маме? Это Лене! Платье! Мне кажется, коротковато будет! Нет! Не, ну это нет. Такое. А ну да, я приложу тебе. Оно же вот так вот держится. И посмотри, куда оно же. Вон. Вот. Да. Как раз на море. Да. На море. Прикольно. Да? Опасно. Горошек. Спасибо. А горошек, кстати, он всегда в моде. Он не выходит даже из моды горох. Поэтому ты сегодня горох купила. Покушать? Да. Так, давай дальше. Это у нас кофточка. Горошек. Кому? Слушай, а такую и в школу можно одевать, а кому? Кстати. Это тебе. Тебе, Дань. Конечно, тебе. Но не мне же. Я шире 3 раза. Очень симпатичная. Сейчас что-то еще достанем и будешь мерить, да? Классно. И ткань, знаешь что? Это этот самый ХБ. То есть очень качественная ткань. По-любому хлопок. 95% хлопок. Прикольно. Да. Очень хорошее качество и такая плотненькая. Да, запросто можно и в школу одеть, да? Классно, спасибо. Спасибо. Так, дальше. Это брюки. Да, Лена, это тебе одежда. Это брюки. Вот сейчас ты возьмешь брюки, вот эту кофточку и пойдешь одевать, мерить. Угу. Хорошо? Хорошо. Да. XS. У нас, кстати, очень сложно в магазинах найти именно XS, да? У Лены сейчас такой возраст, что сложно. Да. В детском отделе все мало, а во взрослом большое. Смотри, ой, они зауженные. Слушай, они со змейками. Да? Оно, мам, еще такая ткань, не знаю. Я даже не знаю, когда писать. Плотное, хорошего качества. Да. Слушай, чтобы ноги легче было продеть, я тебя немножко расстегну, потому что они прям зауженные. Чтобы ты пролезла. Иди в комнату тогда. Угу. Одевай, мы пока дальше посмотрим. Вот это вот и вот эту вот. Угу. Вперед. Переодевашки. Будем моду показывать. Так. Джинсы. О. Я сразу вижу, что на Лену, потому что они длинные. У Лены наши высокий рост. Ей всего лишь 11 лет, а у нее последний раз мы измеряли, 1,60 м был рост. Угу. 11 лет, представь. И классно, классно, что зауженные. Вообще. Да. Джинсяки просто супер. Так это фирма крутая. Не знаю, как правильно читается. Тали Вейджил или как он так. Это фирменные джинсы. А сзади карманы. Классно. Классно. Ну все, потом джинсы будет мерить. Так что тут мерить, не перемерить. Елена! Ждать ее, не ждать. Давай без нее пока. Ну да. Тут пакет. В пакете чего? В пакете у нас что-то белое. Специально, видишь, пакетик, чтобы не испачкать. Да, это тоже Лене. Гля, как классно. Да, белые Спасибо. Штаны. Спасибо. Посмотри, сколько Шикарно. Штанов, да? Вообще, да. И тоже фирменные. Угу. Класс. Ну, тоже будет мерить. На лето вообще как раз, да? Ну, цены Белые нет. штаны. Так, и здесь джинсы. Ну, нифига себе! Спасибо большое! Спасибо. Слушайте, спасибо. Столько вещей, Лене, вообще.
Это обалденно. Джинсы. Вот как раз такие можно и в школу. Да. Им вот такого плана типа не разрешают. Не, ну это еще нормально. Им не разрешают в школу, знаешь, какие, которые с потертостями. Знаешь, а, как раньше было, помню, терли, да, специально. Вот. А такие, они практически черные. Они такие даже не черные, а темно-темно-серые, как будто графит, да? Или черные. Вот такой непонятно. Ну классный. Смотри, какая тут лейба. Дизель. Кожаная лейба. Дизель. Ну, тут тоже фирменные, да? Классно. А сзади. О. Прикольно. Да, вообще класс. Класс. Короче, Ленка сегодня будет мерить. Фу, у нас жарко так в квартире. Лето в разгаре. Так, это пакетик, это мне. Пакетик. Так, ну давай дальше пакетик откроем. Ой, там столько что-то всего интересного, ребята. Так, что там, Елен? Одела? Одела? А ну сюда заходи. Что, еле застегнула? Да? Оно вот так вот. Ну нифига себе. А что ты ее заправила? Она была не заправлять. Оно сюда вот так вот. А, она чуть-чуть расклешенная. Слушай, ну кофта класс. Что, так сдавили штаны? Да. Так может они спинчики растянутся? Нет. Ну прям так. Ой, я тебя расстегнула. Прям так притык. Ничего себе, Елена. А кофта классная. Классная, классная. И скажи, что к школу вообще идеально. Вообще классно, да. Да, а ну повернись задом. Она нарядна, знаешь, чем? Потому что рукав, обрати внимание, видишь, он собранный вот здесь вот. И из-за этого он как, она как-то нарядненько очень смотрится, да? Да. Вот как можно исправить, да? Вот вроде простенькая кофточка, а вот вырез и такой вот рукавчик, и сразу нарядный, да? Да, да. Что-то да, как на блузочку похоже. А штаны классные, просто они маловаты. Вообще, прямо обтянула. Кофту не снимай, иди мерей джинсы. Ой, сколько много, да, Донь? Вперед. Давай. А мы пока будем дальше распаковывать. Открой себе окошко, чтобы не жарко было. Может, у тебя мокрое. Жалко, такие штаны, да, и маловаты. Ну, а с Ленка, конечно, растет не по дням, а по часам. Это вообще с этими вещами. Конкретно, да. Лето пришло, я достала из шкафа перебирать эти вещи ее. Все маленькое. Не то, что она выросла просто в два раза. У нее какой-то пик, да? Вот даже посмотреть видео даже полгода назад, да? Да, да. Она намного меньше худеет, она сейчас растет и как-то так резко, да? Поэтому вещи это вообще просто кстати. Да. Так. Спасибо огромное. Это что? Трусы! Да? Отец! Это трусы! Ну что, смотрим? Или это шорты? Да нет, это нижнее белье, да? Да вроде да. Так. Я же хочу как-то так аккуратненько открыть, чтобы не рвать. Это мужские, да? Ну да. Офигеть. Спасибо. Что, будем показывать такие интимные вещи? Ну, а что тут? Да. Не налазят? Я в шоке. Все, снимай. На, я тебе следующие, да? Обалдеть, Елена. Слушай, как обидно мне. Ну, сейчас, да. Жалко, что не... Ой, спасибо. Ой, отец, они, мне кажется, на туда отца влезут. Да? Ну да. Туда отца влезут. Класс. Прикольно. Ну ничего, будет что-то новое. У нас отец просто носит трусы эти, как они называются? Боксеры типа или как? Они как-то боксеры называются, по-моему. Да. Да, как обычные такие в обтяжку, и как шорты, прям ну, в обтяжку. Да, да. Как шортики и в обтяжку, да. А таких у нас еще не было. Будешь вышивать по квартире. Ну да. Спасибо. Спасибо. Большое. Так, и вторые, ну они такого же плана, да, только цвет другой, да? Угу. Вот. Сейчас еще аккуратненько. Что-то новенькое, видишь? Ну, да. Будешь менять свою моду. Они просто великолепны. Ты шо, Лена, не налазит? Вообще? Снимай, на, держи белые. Держи. Блин, что такое творится? А вроде на вид Ленин размер. Ну да. Как ты выросла так быстро, обалдеть. Донь? Офигеть. Ребята, я в шоке. Так, и синенькие. Угу. И вторая, а точно такая же, да. Ну, отец, будешь носить, спасибо. Интересно. Мне ну, прям да. Сегодня будешь мерить. Хорошо. Интересно посмотреть. Так, пакетик, это мне. Я люблю разные пакетики. У меня уже коллекция пакетиков. Не знаю, для чего я коллекционирую. Они просто лежат. Ты любишь всякие пакетики, такие штучки. Шелести, знаешь, как сорока.
знаю, как без Лены как-то не это самое. А что? Ну, сейчас она приведет, наверное, какой-то блокнотик. Ух ты, да. О. Вот эти вообще, это супер. Да, супер. Прикольно. Кофту не надо заправлять. Ну, не знаю, мам. А, они укорочены. Прикольно, да. Мам, ты что, это ж моя мечта серьезная. Ну-ка, надо какой, да? А ну, задом повернись. Да классно, что классно. Я такие хотела. Смотри, они заужные, сейчас модные такие, знаешь, укороченные. Ой, спасибо большое. А планки тут, да. Только футболочка, а знаешь, что удобно? Очень прикрыть. То, что она на резинке, оно все так... Легко, не да. Давит, да? Ты понимаешь? Класс. Вообще, спасибо. Супер, да. Вообще. Они сидят уходи, на тебе, классно. Смотри, здесь не уходи. Спасибо огромное. Хоть эти подошли, слушай, а те... Жалко, ты да. Ты можешь переодеваться? Мне просто холодно. В смысле холодно? Не знаю. Давай, окно закрой там у себя, Донь. Давай, мы тебя ждем. Так. Я просто накину. А, ну давай, давай. А что это тебя морозит? Не знаю. Не поняла. Ой. Это что? Какое-то, знаешь, типа как раньше были такая, она как 3D. Угу. Лена, это, наверное, блокнот. Иди с той стороны. Да. Блокнотичек. Лена нас обожает всякие блокноты. Видишь, смотри, она как-то так переливается. Спасибо. Классно. Огромное тебе, Лена, в коллекцию спасибо. Блокнотов. Хотя коллекция они у нее не задерживается. Да. Недавно перебираю у нее вещи в комнате. Вот эти вот. А после школы сейчас же все, школа окончилась. И в комнате Соня... Тихо. Куча лишней буклатуры, блокнотиков, старых тетрадей. Я собрала такой пакет, он тяжеленный. Вот таких блокнотов и больше блокнотов. Тащу маму. Она говорит, мама, ты куда понесла? Это мне все надо. Я говорю, Господи, это до несколько лет их рисовала. Нет, нельзя выкидывать. И у нас коллекция, вот такой пакет блокнотов рисованный. Я могу сейчас ее принести, можно показать, сколько их. Ну, нести. Так, давай дальше еще какие-то джинсы. Так, а это, наверное, это не Лене, это, наверное, мне, да? Ну да. Да, они стрейчевые. Это, наверное, матери? Ну да. А я так люблю такой цвет. Да, мне тебе нравится, прикольно в да. таком, да. Мне нравится такой цвет вообще. Я тоже сейчас пойду мерить. Ну да, это явно мне. Я сейчас потом тоже пойду мерить. Обязательно. Классно. Спасибо. Так. Давай дальше. Ножницы. Ножницы это вообще классная класс, вещь, кстати. Да. У нас сюда все. У нас всегда покажи, не хватает. Покажи, какое у нее. Угу. Вот это ее богатство, которое нельзя ни в коем случае вообще трогать. Ой, недавно руками. Ты да. Посмотрите на вот это вот. Угу. Это знаете еще? Это блокнот из тетради сделанный. Вот так на резинке. Посмотрите, что тут творится. Там нельзя смотреть. А, личное, да. Там клеено И вот это вот, говорит, нельзя выкидывать. Мама, ты помнишь, ну, да, недавно не надо, подарили конечно. Да, только недавно подарили, он изрисовала. Так что, вот такая коллекция. Ну, ставь на пол. Да. Давай дальше распаковывать. Давайте. Лена, ножницы. О. Классно, да? Ага. Посмотри. Ой, спасибо. У нас не хватает постоянно. Да, ищем. Ножницы это вообще просто в точку. Просто вообще. Кто-то возьмет ножницы, то папа ищет, то Лена, то мама, да? Да. Да. Спасибо большое. Еще и две пары. Вот это мне, а это тебе. Спасибо. А мне. А это нам с тобой на двоих. Давай поделюсь. Так, давай дальше. Лена, тут что-то интересное такое. Да, чувствую тоже. Да. Ну понятно, уже этот. Ой, смотри, какая интересная, посмотри. Mm-hmm. Да. Ух классно. Ты. Мягкая такая штучечка. А ну мягкая. Ух я ты. Думаю, тоже надо потрогать. Понюхать, мама. Симпатюшечка. Ой, а тут. А тут. И ручки, класс. И все, что хочешь, и карандаши. Лена, как раз чувствую, это твое, чувствую да? Я буду очень долго смотреть, что тут. Рисовать, не перерисовать. Ой, а это что? Ой. Что это? Даже я не знаю, что... Ух ты. Как фломастер какой-то. Что? Ну да. Интересный. Короче, много-много. Много и карандаши, и ручки, тут все подряд. Хочешь, давай мы так вот высыпем. О, вот так вот обсмотрим.
Все, Ленка ж у нас рисует. Да. Я ж без этого никак не могу, вы что? А это простые карандаши. О, вот это как раз мне сейчас не хватает. А у нас Лена, кстати, вот видишь, это недорисованные карандашики такие. А Лена, это, говорит, самые классные карандаши, их удобнее всего в руке держать. Угу. Она даже, ты помнишь, что ты раньше делала? Я куплю, короче, ей такой вот новый карандаш. Угу. Она его берет на две части и точит, потому что удобнее мелкими рисовать, да? И сейчас у меня вот такие вот карандаши. Вообще есть вот такие мелкие, она и любит вот такие вот всякие. Коллекционировать. Ой, тут и фломастеры, Лена, есть. Ух ты. Класс. Мам, нет, это не фломастер, это мам, ручки. Ты что? А вот это фломастер, а то тонкая ручка. Тут даже клей. Ух ты. Да. Лена, оно зеленым рисует. Мам, клей. Это вот вообще нужная вещь. Прикольно. Потому что я постоянно то клею, какая-то серо-зеленая, Лена. Серебряная. Да, серебряная. Интересно. Сейчас я достать не могу. Некоторые сильно большие. Для давай. Этого финала просто. Тоже ручки. Угу. Какая-то. Тут еще простые карандаши. Разные ручки. Угу. Это что такое интересное? Мам, это цветные. Слушай. Видишь, вот. Мам. Видишь, вот цвета. Это как гелево. Посмотри, какой у нее интересный носик. Нагнутый какой-то. Ну-ка, дайте. Это на всех такое? Она, наверное, не увидится. Не, мам, это не на всех. Видно будет. Это не на всех видно, такое. Видно. Не у всех нагнутый. Интересно. Это цвета. Это как гелевая какая-то, да? Классно. И пенальчик. Да. Обалденный. Класс, спасибо. 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 Так, давай дальше. Фух, фух. Мать, лежанка взмокла. Мне холодно. Лена, это же не все. Все туда не влезло, видно. Это карандаши. И где мне новые пеналы такие? Карандаши, такие и, вот надо, еще, да? И вот еще ручка. И вот карандаши. Да. Да, это надо тебе огромный пенал какой-то. Или я тебе как для маркеров, да? Коробочку подарю. Так. Вы что? Вот это да. У меня, мама, у меня же как раз моя акварель. Там уже цвета вообще некоторых нет. Именно моя, ого, а не с художки. А что это оно такое? Слушай, а это что? Это я не знаю, это не знаю я. Мам, вот все цвета. Офигеть. Вот. А и палитра, смотри, мам. Это палитра. Акварель, да, Лена? Да, это акварель. А, и тут же палитра, чтобы смешивать краски. Прикольно. Слушай, ну столько цветов. А вот интересно. Это вот интересно. Что а это я не знаю. Потом разберемся. Мне интересно это открыть. Это, мама, типа тоже такая красочка. Аккуратненько закрывай. Сейчас да потом надо разобрать. Это на какую-то гуашь похоже, да? Угу. Белую. Ну, типа не гуашь, а что это? Ты хорошо закрыла? Да. А как оно было закрыто? Вот так вот? А, прям так вот? Да. И не рядом лежало это. Ну, ничего себе. Ну, то есть, Лена, как в художку пойдешь? Как покажешь всем? Ну, крутяк, да? Крутяк, да. Но я нас, правда, в городе такого не встречала. Да, у нас такого в городе нет. У нас там буквально какая-то детская, мам. Знаешь, типа 24 цвета. Спасибо большое. Это вообще, конечно. Почувствую сегодня ночью, я знаю, что я буду делать. Рисовать. Это шоколад? Или нет? Можно вот так? Допустим. Это шоколад. Его ж так запечатывают. Ну? Ну да. Да, шоколад. Да. Слушай, не растаял же. Мам, а не знаешь, что интересно? Обычно внутри таких шоколадов пусто. А он типа... Не, он пустой. Это жалко есть его, знаете. Он пустой. Да? Только что его делать? Поставить и... Это самое? Пусто, пусто. Мама! Папа! Ну давайте и мне. Соня, да? Дети мои! Молочный шоколад, очень вкусный. Поэтому он не растаял. Он качественный шоколад. Хорош, все. Все, ставь. Ну, интересно, вообще подарочный такой, да? Может, точно надо было не есть? А что? Что, не испачкай вещи, пускай стоит. Вкусно же. Ну, не надо руками, ты сейчас зачем? Испачкай. Дойди мои руки. Потом вон штаны белые. Все, пускай стоит тут. Только чтоб Соня, смотри, на шоколад прибежала. Угу. Соня. Она сразу, сейчас я на другой стол поставлю. Так, давай дальше. Лена, обувь. Ух ты. Кроссовки.
Ой, они, они как это самое. Ой, как, с носочком уже. Как для футбола или что? На велосипеде кататься. На велосипеде кататься, да. Хорошо, только не сейчас, сейчас жарко, а осенью. А если у тебя до осени нога вырастет? Иди меряй. На. Ну давай потом уже, сейчас хоть это самое. Да, мам? Да. Ну да. Ну давай. Ну да. Гонять Масюндру. Давай, есть тоже интересно. Мне тоже джинсы надо мерить. Ну да. Так, давай дальше. Ой, классная сумка. Ух ты. Ух ты. С двумя этими самыми отделами. Ух ты. Тряпочная внутри. Да. Ух ты. Я в шоке. Я сама в шоке. Лена. Тут полный, полный набор. Смотри, от тонких до толстых. У меня настолько тонких, я их даже у нее и не было таких вот тоненьких. Класс, вообще, спасибо. Вот это вещь, спасибо. Конечно. Матери. Да. Это матери. Матери. Да. О, смотри, почти как у меня. Да? Да. Мать. Почти так. Как у меня. Да, прям посмотри, как похож. Да. Только этот чуть-чуть, как бы ярче, что ли, или что. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А может, сумочку я начну кому? Ногти красить? Она не мужская случайно? Сумочку мне. Матери уже. Не, ну что-то можно хранить, она классная, да? Да цены нету, в камеру маленькая войдет. Да? Не только и карандаши. Сумка вообще бомба, да? Да, бомба. На два отделения. А тут можно прицепить что-то. Эти вон есть цеплялочки, видишь? Ну классная. Фирма какая-то. Аэро Мехико. Угу. Мексиканская. Класс, да? Спасибо большое. Прикольно. Спасибо. Лена, Лена, Микки Маус. Здравствуй. О, Соня, гляди, гляди. Ой, я долго стояла. Видите, игрушечка. Да, игрушечка. Игрушка. Ой, дай, дай игрушку. Лена, ей игрушка понравилась. Микки Маус. Она любит такие, да? А Соне больше, он, посмотри, как. Да она вообще любит такие игрушки. Ну, видишь? Лежит, лежит уже, все, все. Помните. Подружилась, все, все, нельзя. Класс, спасибо большое. Спасибо. Соника провожает взглядом, да. Она у нас просто игрушка-манка. Она даже игрушки таскает и любит. Так, давай дальше. Это, наверное... Матери, да? Ну да. Да. Так, это она наизнанку вывернута. Я поняла. Это вот так вот одевается. Вот это вот, вот сюда. Вот это вот, вот сюда. А здесь пошло вот так вот. И на втором плече завязывается. Это на плечо, а на втором плече просто бант. Я понял. Понял, да? Прикольно. Вот такая вот. Хотя, я не знаю, это не мне, наверное. А что? Она мне узкая. Это, наверное, тебе, Лена. Да? Ну да. Да, да, это Лене, конечно, S размер. Куда я лизу? Куда я лизу со своей Элькой? Это тебе, да, да, Лена. Это тебе. Так, а эти... А, это ж джинсы мне мерить, да? Так, спасибо большое. Спасибо. О, нам в прошлый раз тоже с Германии вот эти же прислали. У нас одна сломалась, а одну Лена носит, да? Да. Так на ключе. А это вот и маме, и папе. Очень классно. О, Лена, эти с застежками. О, какими-то вот. Лена носит удобно. Детям во дворе ключи она цепляет. Обычные ключи от квартиры, раз на шею, и все, и ключик никуда не денется, да? Удобно. Класс. Спасибо. Большое, зелененькое. И синенькая. Вот такие вот штукенцы. Очень классная. Практичная вещь. Так. Вот это что-то, я не знаю. Ух ты. Шуба на лето. Это какие-то меха. Ну-ка, мать. Ну, она такая маленькая. Это жилетка. Не тяни. Это жилетка. Это тебе. А ну, да. Сними эту кофту. Сейчас согреешься. Да. Как раз на море возьмешь с собой. Точно. Холодные зимние вечера. Так сказать. Но негры ездят же по Майами в шубах, да, мам? Слушай, обалденно просто. Это прям мое. Лена, прям размер вообще просто идеально. Не холодно. Слушай, и так как-то знаешь, как смотришься? А ну, а убери руки.
По-богатому, да? По-богатому, да. Так сказать. А ну задом там не повернешься, давай. Ой. Вообще, ее размер просто идеально, да? Да. Да. Ты знаешь, куда можешь ее одевать? Осенью, когда вот этот период, когда в школе отключается отопление, кстати. Ой, да? Вообще. Да. С собой взяла, накинула все, спинку тепло, так и нарядно, да? Вообще класс, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Вообще просто бомбезно. Размер просто как будто на тебя, Лена, шито. Тебе нравится? Угу. И тут воротничок так нарядно, классно. И оно такое мягкое, такое вообще мягкое-мягкое. Как, не знаю, как кролик какой-то, хочется его гладить. Спасибо. Обалденно, спасибо огромное. Давай дальше. Так. А, это матери. Это матери. Тут даже что написано. Мне сухо написали. Юленька, он новый. Купила себе, но чуть маловат. Может быть, мне подойдет. Ух ты ж, как! Это матери. Только сегодня, да, матери? Только сегодня, искали. На новом канале. Слушай, класс. Искали купальник мы с матерью. Да, ну я мерить не буду на ногах. Ну, да, конечно. Ну, вообще просто, по-моему, классно. Да. Мне кажется, он мне подойдет. Он на поролоне такой вот, не совсем летний, осень. Угу. Осень, зима, вот так вот и... Ну классно, он красивый, он просто так смотрится. Я говорю, если его одеть, он, видишь, как форму держит, как раз на мою небольшую грудь. Но он будет просто шикарно. Видишь, да? Он будет класс, спасибо. Спасибо. И расцветкой необычной, и формы просто вообще. Знаешь, в чем он качественный, ребята? Чем? Сразу скажу, здесь нет косточек. Обратите внимание, здесь косточек нет. Здесь просто такой вот толстый, жесткий поролон. А косточки, каждая женщина знает, что бывает. То они вылазят, то они давят, то еще что-то. А это просто вообще. Вот это называется качество, я считаю. Без косточек это просто шикарно. И при этом, не имея косточек вот этих, да, для жесткости, все знают, что это. Вот, он будет держать форму. Это просто бомба. Спасибо большое. Я прямо вот так вот за это самое, за минушек. Никак не испачкал. Класс. И мне написали, я так люблю читать. Так, дальше. Слушай, так, вот это что-то такое маленькое. Я знаю, что это. Это браслетики. Да? Ух ты. Они маловато ли будут? Нет, это не браслетики. Что это? А что это? Браслетики. Мам. Браслетики, мать. Да? А как открывать их? Да, давай руку. Да, это браслетики. Угу. И, по-моему, они носятся, их одеваются, если я не ошибаюсь, несколько штук, и так вот они носятся. Ты поняла? Я поняла. Ласа, он тоже хочет. Лас, ты тоже хочешь? Лас, тебе тоже браслет? Вот этот поменьше. А, это типа наверх? Наверное, сюда. Они чуть-чуть... А вот этот еще меньше, по-моему. Нет. Нет? Этот сюда. Вот. И бордовый, мне кажется. Нет, вот этот самый большой, да? Угу. Они реально разных этих самых, разной длины. Угу. И вот так вот носит, по-моему, да? Права я? Ну да, да, похоже, видишь, да. Они как наборчики. Сейчас модно вот так вот. Вообще класс. Угу. Слушай, ну я мой наряд, можно идти просто, не знаю, в модели. По подиуму ходить. Смотри, штаны и жилетка, и кофта, и браслеты, и вообще. Ну да. Классно. Белые мерседесы в Майами, Донь. Вот. Будешь петь песни и махать руками на мерседесе. А, кабриолет, кабриолет, наши, открытый, да. Здравствуйте, молодые люди. Да? Еще один. О, это самый большой, мам? Нет. Нет? Нет. Самый маленький, да? Так много их. Слушай, а это уже другие. Угу. Так, это что такое? А как его? А, это цельный. Ух ты. Сейчас. Будем все такие с браслетами. Подожди, а как он это? Открывается вот. И наворачивается, да? Магнит! Ух ты, прикольно. А я кручу. Ух ты. Ну-ка, матерь, померяй. Сейчас у меня же рука-то побольше. Побольше рука-то будет! Слушай, на магнитике как удобно. Нет, только так у меня большой. Ну да, надо еще. А больше не оборачивается, да? По-моему.
Да не, оборачивается. Оборачивается. Угу. О. Ух ты. Такое вот, видишь, тут что-то висит, еще написано что-то, какие-то циферки. Ну это по что-то черное, кстати, под какой-то кожаный жилеточку. Ну да, да. А дело идешь, да. И вот такие вот браслетики. Этот тянется. Угу. Что тут нарисовано? То ли собачка, то ли волк, что-то такое вот. Угу. Тянется, не знаю, с чего он сделан. Куда и по мере. Не-не-не, он порвется. Да, порвется, на меня не влезет. Вот. И вот такой вот тоже на резиночке. Одевай на вторую. Мне кажется, вот этот. Ну, это, ну явно тебе. Ай! Что, волосок зажал? Он колется. Я боюсь. Ты не бойся. Слушай, на браслете лезь вообще. Сейчас. Куда? Застряло. Ой, тут кольцо. Кольцо с лапками. Смотри, а то не снимешь, не на этот палец. Нет. Это мне. Смотри, а то не снимешь. На этот нормально? Да. Это хоть до конца закручивай снимай. Точно? Да, да. А. Так, такая печатка, да. Ё-моё. Спасибо. Спасибо, классно. Побрякушечки. Так, дальше, что-то яркое. Что-то яркое. Боже, уже полный стол завалили. Угу. Ребята, давайте по одному. Это матери. Нет, это Лене, ты что? Куда матерь? Половинка матери? Да посмотри. Нет, нет, это Ленины. Не знаю. Не знаю. Ну посмотри, это на тебя надо померить, мать. Да не. Да ну, на Лену? Да не. Я думаю, что на Леночку. На мать. Не? На меня? Ну на да. Мать. Ну надо мерить, да. Надо мерить. А этот? Это купальник, же... да? Это нет. Отдельные вещи. Да нет, они это... Они так похожи. Это не отдельные вещи. Это купальник. Купальник? Да. Да. Ну что, это купальник с шортами? Ну да. Ну да. Да? Да. Ага. Это можно сзади пристегнуть. А это кому? Или... Да матери. Конечно. Конечно, матери. У тебя что, есть на что вешать? Да, это купальник просто такой вот это самое. Да. Ну. Эксклюзивный, да. Да, да. А сейчас модные такие вот купальники. Просто они так с шортами похожи, да? Угу. Так это одно и то же. Не, ну шорт это не купальник. Купальник он из эластика. А это они просто похожи, можно носить вот так вот ходить, да? Ну да. Да. Класс, спасибо. Спасибо. Шорт это тоже надо будет мерить. Вот. Так. Это что? Это маечка. S. Я не знаю. Это, наверное, мне, да? Ну да. Да? Ну да. Наверное, тоже. Я буду с джинсами тогда ее как раз мерить. Класс. Угу. Спасибо. Такой цвет необычный. Узоры. Орнамент. Так. Лена, это тебе. Это в школу юбка. Да? Лена уже стоит на браслеты, стоит. Смотрит на браслеты. Это в школу тебе юбочка. Ух ты. Прикольненько. Прикольно, да. Да. Спасибо. Спасибо. Класс. На молнии сзади. Типа какой-то атлас. Он не атлас, а угу. Что-то плотное еще из-под юбника. Спасибо. Классная, спасибо да. Большое. Строгая, да. Даже под эту блузочку будет. Как она, раз, мам, мне кажется, классная. Даже немножечко на вырост она будет, мне кажется. Не, она мне кажется, прям впритык. Тоже верить надо. Ты жилетку так не кидай. Слушай, мне так она понравилась вообще. Да, хочешь прикольно. Взять, померить? Да. Попробуй помери. На маму маловато правда. Будет, да? Вот так вот выворачивай на выворот. Угу. Класс. Пока. Лена, еще браслет. Еще? Черный. Еще. Одеть тебе? Он ее не надел. У меня уже маленький, да? Руки да. Отвисают. Она раз. Не давит этот. Не, мам, нормально. Он не давит, он как раз впритык. Да. Так, тут печатки. Еще. Ух ты. О, это на всю семью. Я боюсь, что не это самое. А ну, а вот этот... Не слезет, да? Вот этот, мам, даже, по-моему, меньше. Не, налезла.
Что, с мылом надо. Ладно, да? Хай висит, да. Лена, не одевай на этот палец, оно не слезет. А что, у меня на слазит? Вот этот надевай. На вот у меня слазит. А попробуй на этот. О, на этот как раз. Видишь? А у меня тоже зелененькая. Угу. Я прям вся такая... Кротяк, классно. А мне с мыла надо снимать, да? Оно только необычное, как мрамор. Смотри. Угу. У меня мам тоже. Видишь? У меня, посмотри, какое мам. Да. Класс. Спасибо. Так, один пакет пуст. О, я уже вижу, что там внизу. Так. Так, это что-то интересное. Акварель написано. Так это вот... акварельные листья. Боже, рисовать это, мам, рисовать. Мне так надо. Ну да. Да. У нас Лена помешана сейчас на рисовании. Вообще и мольберт у нее есть, за которым сидеть, да? Угу. Рисовать все. Класс. Это нужная штука, спасибо, потому что вот карандашей, красок, бумаги сейчас уходит просто вот так вот, моментально. Конкретно, да. Да, спасибо. Да, в шоке. Ребята, мам, ну это аж художку слушай. Ничего ну, да. себе. Это прям на следующий год. А что ж так уже? Много кисточек? Так это тебе вот на, все, да. на всю жизнь. Мам, а вот это, мне кажется, домой, а вот это в художку, знаешь, типа... Так эти, видишь, короткие, нет, а у них разные это самое, ну, угу. сама, как назвать, щетина или как, ну, вот да, это да. вот волоски. А, их, нет, их надо размочить, они с эти самые сомкнуты, да. чтобы они так не торчали. Угу. Их намочишь, и они станут нормальные. Угу. И разные-разные номера, видишь? Угу. Класс. Да, спасибо. 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 Это просто вот номерочки, видишь, второй, первый, второй, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, с первого по... Кроме третьего, да? Угу. Сейчас по 11-й. Класс. Угу. Так. Это? Колготки. М? Кому? Тебе? Нет, тебе, тебе? Милая. Колготки – это нужная вещь. Да. Зимой. Зимой, да. Классно. Колготки – классно. Синенькие, универсальные. Угу. Шикарно. Спасибо. Спасибо. Смотри, Леночка, твой размер угу. по стопе вот так вот. И ХБ, не синтетика, а натуральный. Класс. Спасибо. Спасибо. Колготкам, конечно, мама больше радуется, потому что дети уже в таком возрасте, они не любят колготы носить. Но мать же понимает, когда мороз, надо пододевать колготы. Обязательно. Мать понимает. Да. Обязательно под штаны одевать колготы. Поэтому это классно. Да, дальше. Да тут, слушай, мы даже, может, до зимних вещей дойдем. Ну, да. Перчатки. Ух ты. Яркие. Дон, посмотри, какие классные. Ух ты. Зелененький. Мне мешает это кольцо. Слушай, они двойные. Угу. Там перчатка, и сверху надевается вот это. Можно без пальцев носить. Угу. Поняла, да? Оно угу. снимается. Угу. Получается обычная перчатка, и сверху одеваешь вот это. Давай, вот. Да. Давай я попробую да. без этой вот. Типа можно супер... О, я сняла кольцо. О. Молодец. Сейчас. Выверни. Да, то есть просто одеваешь, и потом сверху можно вот это. Или вот так вот носить просто как пальчики, знаешь, обрезанные. Угу. Это удобно. О. Класс. Классно. И... Я вся такая, слушай. И расцветка классная, да, яркая? Да. Спасибо большое. Спасибо. Что там? Колготки. Это классно. Вещь. Да, Лена, это вещь. Слушай маму, это очень классно. Посмотри, какие длинные. Да. На твои длинные ноги. Шикарно. Да, спасибо. На зиму да. то, что надо. Да. И серенькие. Класс. Класс. Спасибо. Спасибо. Что там? Что там? Сейчас сама посмотрю. А мне же... Лена... Куча просто для творчества делаешь сама. Вон резинка. Угу. И на резинку надеваешь как ты хочешь, разных-разных, и делаешь себе бусы. Прикольно. Какие хочешь. Представляешь? Целый банка. Целый банка. Да. Классно? Классно. Спасибо, спасибо. Спасибо. Так. Боже, ну это нескончаемо, конечно, для художества опять что-то. Цены нет. Я знаю, что, что это. Это, мам, наборы, куда все типа ложить, даже для воды, для этих. Я вверх ногами. Да. Сюда воду наливаешь. Вот тут, мам, это, по-моему, типа палитра, да? Вот она отодвигается, да? Подожди, давай я попробую.
Оно вот застряло, мама, что-то. О, это палитра для смешивания красок. Это знаешь, мам, как сюда раз в дорогу. Воду, а сюда ты, получается, ставишь кисточки, да? Да. Это если в машине захотелось порисовать? Да, в машине, в краске, конечно. Не, мам, на самом деле в дороге это полезная вещь. Правда, в дороге. Ладно, на море. Классная вещь, мам. Спасибо. Слушай, Лене теперь будет еще немного. Чтобы у меня такое в детстве было, знаешь, может, и я бы в художку пошла рисовать. Слушай, у меня же такого просто не было. Мам, а у меня тоже раньше рисовала. Мам, у меня тоже раньше такого не было. Нет, у тебя талант. Я бы зарисовал. Если бы у меня такое было. Видишь, сколько тебе прислали для развития твоего таланта. Это на самом деле очень вообще, очень шикарно. Спасибо. Большое-большое спасибо. Знаете, вот у меня иногда, подожди, мам, у меня иногда такое бывает, типа вот начинает заканчиваться скетчбук, думаю, ой, надо будет покупать скоро новый, где бы деньги достать, и присылает кучу ссылок. Посмотри, мама аж себя к себе прижала, она уже такую хочет коробочку. Мне нравится коробка, не, я Леночке отдам, я знаю, что Лена хочет такую коробку. Лена, резинки для чего? Чтоб ты собирала свои волосы. Все пишут комментарии, Леночка, собирай волосы, Леночка, собирай волосы, будешь собирать, смотри, какие красивые резиночки. Да, буду. Будешь собирать волосы, какие хочешь резинки, так они модные, они блестяшки, и с сердечками, и какие хочешь. Будешь? Спасибо. Собирать. Будешь, девочки нарисованы, которые собирают волосы. Девочки, которые собирают волосы. О, бруч. Ух ты, вот это, мам, это знаешь? Только не сломай, мне кажется, он на тебя чуть маловато. Соня, а знаешь что? Это полезная вещь, знаешь, типа вот так вот убрал, когда... Ой, а, он давит. Давит, да? Ага. Пластмасса. Маловат немножко. Да, я же говорю, я вижу, что маловат. Но обруч маловат, да. У нас есть кому отдать. У нас да, у нас племянница, да. Единорожек она любит, да. Да. Он чуть-чуть маловат. Как раз ее тема, кстати. Да, ее тема, да. Поля! Обруч, Поля! Может, она смотрит видео, да? Да. Единорожка! Полька будет рада, да? Этот самый. Они классные, вот эти, когда широкие обручи. Они хорошо держат, да? Да. Класс, спасибо. Потому что это мягкая. Лена, это мягкая резинка. Как шуба. Потрогайте, понюхайте. Очень мягкая. Лена, ну будешь заплетать волосы, посмотри. Да. Просто классно. Собирай, серьезно. Как-нибудь собирай. Она просто плюшевая, она обалденная. Ее даже просто в руках приятно держать. А ну, покажи. Ну, конечно, петухов там наплела. Я знаю. Ну-ка, покажи. Она просто мягкая. Классно, классно, да. Знаешь, еще когда, чтобы гурку заплетать, вот так вот. Лена, это еще не все по резинкам. А где те? Те? Вот. Смотри. Тут можно тебе не один... Это прям радуга, мама. Радуга. Не один хвостик заплетать, а эти 10 заплету хвостов. Как папа говорит, заплетать волосы, как девочки на картинке. Ну да. Донь, да тебе хватит надолго. Да. Чувствую, да. Так, тут какая-то ручка. Снова ручки. От ручки это... Да. Это ручка. Ручка. Туда ее, к тем. Вот всем сюда. Вот. Спасибо. О, Лена, вот ручки. Это ты любишь. Это много-много бумажечек, которые, по-моему, клеятся, да? Да, вот они наклеивают. Вот такие, типа, напоминашки или что-то за стикеры. Вот, да. Точно. О, думаю, ты будешь мне писать эти самые. А, мотивашки. Мотивашки, папе, мотивашки на стену клеит разные записочки там. Спасибо. Папа, купи мне то. У меня вот... Папа, купи мне это. Нет. Она... Нет. Мотивашки, мотивашки разные. Мотивашки другие там. Если есть. Если вам кажется, что настало время что-то менять, то вам не кажется. Да. У него там на стене целый этот галерея висит. Да, Донька мне понавешала. Коробка, понюхать. Классная вообще. Она такая, она вообще не гнется, она жесткая. Да, хотя... что нюхать? Это ж мама все нюхает, да. Она жестко наклонна. Ну, конечно, дарю тебе. Дарю тебе коробку. Я буду делиться. Классная коробка. Так, давай дальше. Только сказала о скетчбука. Смотри, как он интересно застегивается. Ух ты. А что это за парень это, такой? Это пап, не парень, это типа цыпленочек. А. Ух ты. Это что? Это скетчбук. А почему? А что это в начале? Переведешь.
да? Нет, это на... Да, на немецком, да. Немецкий? Оно, видишь, какое-то полупрозрачное такое. А что это, типа... Толстые листы. А, вот еще, смотри. А, еще, да. Они такие со вставками, видишь? Угу. Ух ты. А, и это самое, он не вытаскивается? Нет, не вытаскивается. Нет. А посмотри, как он красивый. Я же люблю голубой цвет. Угу. Это классно. Как он застегивается. Да, да, да. Ух так ты. Интересно он застегивается. Оно. А, типа за вот этого цвета. Да, да, цепляется. Класс. Спасибо. Спасибо. Скетчбук! Как раз я люблю все туда вклеивать, и он вот так вот начинает раздвигаться, знаете. Ой, мама! Что там еще? Скетчбук! Ой, с черепашкой! Классный! Да, да. Ой, мам, на кольцах это, кстати, вообще очень удобно. Да? А это в линеечку. Угу. Это для записи, которые да, чистые да. листы дорисовать. Как да? дневник угу. будешь вести, а это да? для записи. Угу. Черепашечка. Тортилка. Черепашка-тортилка. Толстый такой, да, Лена? Спасибо большое. Спасибо. Не смотри сюда, я собачка. Что там, мать? Не знаю, что-то... Сейчас, тут что-то мелкое тут упало. Ух ты. Ух ты! Еще блокнот! Прикольно, Донь. Насколько тебе хватит, посмотри, надолго. Да? Надолго. Класс. Да. Надеюсь. Я же их так быстро всех заполняю. На резиночке. Это полосочка, в линии, вернее, в линеечку. Смотри, какой резинки, да? Угу. Ну, у тебя коллекция пополняется, пополняется, да, я тебе скажу. Да. Со звездами, да. Обалдеть. Спасибо. Спасибо. Поднячий. Так, и тут вещи. Ой, по одной буду доставать. Давай. Так. Это а матери. Это мне. Да, это матери. Да. Это явно мне. Да? Да. Ну, доставай нормально. Дальше, показывай. Я пошла, пока ты будешь доставать, показывать, я меряю джинсы и вот эту вот кофточку. Угу, да? Давай, мамочка. Хотя мне так жарко, так жарко. Так, это у нас... Это у нас... Штанишки. Штанишки для тебя, да, Донь? Это для меня. Это для меня? Да. Ух ты. Да, прикольная. Пахнет. Да? От мамы взяли все нюхать. Прикольные штанишки, спасибо. Буду носить спасибо. Обязательно. Да. Вот на море поедем. Да, да. Холодным смотри. Зимним вечером на море. Буду сидеть в них. Да. Чаек попивать, так и такие, сказать, с лимончиком. Да, на ощупь классная. Да, мягенькие. У них такая ткань еще, знаешь, она такая тягучая еще, смотри. А, стрейчевая. Да. Да. Еще такая мягенькая. Прикольно. Будем носить. Так, потом что-то тут еще. Это матери. Да, это матери. Ну да. Да, еще джинсики, вот. Мать. Да? Я не достаю. О, вот. Ага. Это матери джинсы. Мать, сейчас придешь, будешь мерить. Вот такие вот. Прикольные. Ну хоть объясните людям, что мать это нормальное слово, а то начнут опять писать. Не, мать это у нас, мать она сама хорошая. Себя так называет, да. Это да, у нас так, прикол. О, спасибо, спасибо потому большое. Спасибо. И эти очень классные, и джинсы да. матери, штанишек у нас. Да. Нашим девчонкам штанишек вот подбавилось. Мать, вот это еще мерить. Да. Мать, ты будешь сейчас еще мерить. Ребята, просто ну-ка. Обалденно. Покажись. Просто обалденно. Да, прикольно, да. На работу, классно. Может, так классно? Да, да. Вообще, знаешь, офигенно. Что классно? Да. Что посадка. Я обожаю, ребята, посадку, когда вот такая вот высокая. Ага. Когда вот такая вот высокая посадка. Мне это очень нравится, мне очень удобно. Просто вообще классно. И кофта просто мой размер. Классно, да? Да. И браслет? Да. Ну, мать какая у нас красавица. Да, ну, я тоже вообще-то. Да, и ты у нас ребята, красавица, посмотри. Они сели просто, просто идеально. И длина угу. на мои длинные ноги. А теперь да. вот да? тебе еще. Да, мам, очень круто. Вот да, тебе, мам, вообще. Дарю. Вот, еще. Иди мерить. А это большие будут. Думаешь? Да, это мужские. А какой они стороны настегиваются? Не, ну это большие. Мужские для матери. Да, ну нет, это большие. Большие джинсы. Класс. Я так рядом к чему займу. Мне нравится. Классно. Так, а это что вы тут без меня достали? Это мне штанишки. О, классные, скажи.
Да? Да. Классные. И такие на ощупь классные, да, тоже. А я не пойму, это пижам, это дом, это домашние штаны. Домашние? Да, по-моему. А что? Да ничего, они домашние. Нормальные. Не домашние. Нет. Это штаны. Это хорошие, мама, штаны. Да. Ну иди мери их. Иди мери. Вместо так, этих. Подожди, и это чье, так сказать? Твое. Это мое, собственно. Да. Боже, я уже переживаю, чтобы не были малые. Ой, спасибо. Классная, спасибо. Да? Спасибо. Класс. Цвет шикарный. Если она натянет на себя, да? Ну, они стрейчевые вот эти вот. А. Видишь, они тянутся. Угу. Я так думаю, что с этими повезет. Ну, иди вот эти вот, мели. Слушай, вот я эти. Вообще... Мне, да, мне, модели я, классно. Я прям почувствовала себя по-другому. Типа. Мать крутая. Мне нравится. Не длина рукава и вообще. Да, вообще классно. Умничка, мать. Это? Мне жарко. Да. Так, что ты тащишь? Да. И такая на ощупь мягенькая. Что ты трогаешь меня? Что ты трогаешь меня? Так. Это тоже лени. Блин, я уже переживаю. Ты налезет, ты тоже чуть-чуть стрейчевая тянется. Угу. Сейчас Леночка будет мерить. Угу. За те печалька, конечно, обидно, что они подошли, потому что те классные. Цвет такой какой-то, знаешь, как черно-коричневый, необычный. Угу. Такой. Сейчас Леночка будет мерить все. Так, это кофточка, тоже на Лену, да? Угу. Да, да. Симпатюлечка. Да. Симпатичная, спасибо. Да. Тоже будет сейчас мерить. Шикарно. Не, ну, конечно, спасибо. Столько вещей. Да. Целый гардероб. Шикарненько. Да, мам? Ну, так и посмотри, как мамки угадали. Да, с да. Вообще классно. И вот все-таки я люблю, мне пишет Юля, носи что-то ярче, что-то там, да? Голубое, красное, белое. А вот в таком цвете мне комфортней. Ну да. Вот это я, понимаешь? Надо ходить как комфортно, да, да. Джинсы. Вот согласна. Мне прям, я себя чувствую вот классно просто. Так. Это у нас спортивная кофта. Я так понимаю, на меня. Но не, не мужская это, правильно? Ну да. Она спортивная, потому что вот здесь, вот в районе подмышек, ткань другая, более тоненькая. Угу. Видишь? То есть для занятий этим спортом, да? Да. Ну, сейчас Лена придет. Нет, это я... женская, посмотри. Женская, да. И я ее тоже тогда померяю. Угу. Как? Все. Спасибо. Все, тут уже конец. Что там, Лена, одеваешь? Закрылась, это исчезла. А мы будь. А? Все идет. Ух ты! Посмотри. Нарезали? Ну да. Такое. Оно вот так вот впритык, все. Впритык? А что ты руки вот так вот? А ну поверни задом. Ну они, может, еще растянутся. Нет, они тянутся. Да, они тянутся. Они да. Стрейчивые, у меня же тоже так. Они стрейчивые, они да. Они стрейчивые. Нет. Нормально, да. Они так и должны они быть. Они так вообще, и должны быть, да. Они стрейчивые, да. Тебе еще кроссовки мерить. Классно. Да. А кроссовки я так и не поняла, какой размер. Тут не что-то написано не... А. Тут что-то не написано вообще. Как бы не были маленькие. Слушай, я даже не знала, что у нас Лена так выросла. Ты видишь? Конкретно, смотришь, да. Смотришь на вещь, она нормально, да? Да, да. А она мне может на это самое надеть. Я в шоке, конечно. Я сам в шоке. Да. Ну, быстро. Мягкие, мягкие. Одела? Тем иди летом сюда. Она была в два раза меньше, блин. Да, мам? Да. О, клетка и клетка как сходится. Клетки. А ну, как в метрополитене вагонятки. Я не знаю, это домашние или нет. Да не знаю, как можно так ходить. А ну мери кроссовок, здесь мери. А я пошла быстренько вот эту вот одену. В конце 80-х в Люберцах так ходили. Начинающие бандиты в клеточных штанах. Да? В клетку, да. Было такое время. Что? Что? Не на мной? Может там что-то надо расставить? Он развязан. Сейчас я тебе помогу, подожди, сейчас мать засунет тебе кроссовку новую. О, засунула, но... Оно, я не знаю. Давит? Оно все сжимает. А где палец у тебя? Вот палец. А ну, встань на ногу.
Оно сжимает, потому что это резинка вокруг. Ой, мама, давит. Давит? Давит. Да, тут так плотно резинка по ноге вообще. Как ты теперь снимешь? Я не знаю, я их еле надела. Я вот так... Маловато. Ну, садись, снимай. Ну, что? Такая спортивная это самая. Ну, заниматься, мамочка. Да. А вот для чего вот это вот? Вот это? Для палец, пальца? Да, чтобы не слетало. Чтобы при ударе не слетало. А тут карман. При ударе это... Да. Когда ты бьешь, чтобы не слетело. Мне так жарко. Да. Слушай. Можешь снять? Нет, это как кольцо, знаешь. О! Все. Лена! До свидания. Мы застряли. Так и ходи в них теперь. Подожди. Оставь. Ладно. Че? Можешь папа попробовать, мать? Ай! Ай-яй. А ну, давай пробуй. Пробуй сама, тебе же самой удобней. Я не могу сама. Пятку просто. О, ура! Все. Жалко. Все, отходи, мать будет красоваться. А мне нельзя покрасоваться. А для чего тут эти карманчики? Карманчики. Это мама. Денежку ложить, мать. Денежку положила, она уже у тебя рядом. Если бы папа такая была, он бы там... сигаретку, да, ложил? Ты да, говоришь, да, да, пол сигаретки. Занимаешься спортом и сигаретка. Да, ну позанимался и сразу закурил. Ну как? Да, классно. Классно? Да. Капюшон. Да, накинь. Сейчас. Вот тут вот змейка. Да. Капюшон накинуть. Да. О, прикольно. Если дождь пошел, ты можешь накинуть капюшон. И забыть о своем зонтике, наконец. Ты на какого-то космонавта похожа, да? У тебя вырез космонавт. Как у космонавтка. Класс, космонавтка. Прикольно. Спасибо огромное. Спасибо. За подарки, за посылку. Столько мы всего интересного. Лена, а еще свитерок. Жарко, да, свитерок? Мы уже во влоге где-то показываем. Да, 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 померяем. Потому что жарко у нас в квартире, просто как сам. Надо хоть открыть, подышать, да, этот самый балкон. На самом деле сейчас мы будем еще все это перебирать, пересматривать. Да, вы что? Вообще, все, каждая вещь классная и, ну, с таким, все же сложено, все положено, да, да, человек ложит с каким-то, ну, да, да, как это так. Спасибо, да, огромное. Спасибо большое, нам очень-очень приятно, очень классно все. То, что некоторые вещи не подошли, но то такое, конечно, не угадаешь. Ну да, да. Я тоже лично, если в магазин пойду, вот без Лены, вот точно так же бы я ошиблась, понимаешь? На джинсы смотрю, оно нормально, а на человека вот этого не налазит. Вот так. Я расту за 5 секунд. Точно, что. Так, все, будем прощаться. Очень классно, очень приятно. Спасибо, спасибо что огромное, с нами. Да. Жалко, конечно, что нет письма. Что да. На самом деле мы знаем, кто эту посылку нам отправил. Да. И человек просто забыл положить письмо. Ничего страшного, мы спишемся. Мы созвонимся, да. Да, обязательно. Очень-очень классно, очень приятно. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы есть. Здоровья вам, счастья, любви, благополучия, достатка, удачи, всего-всего. Пускай исполняются все желания и такую радость доставили. Ну, это очень приятно и очень классно. И какая-то вот детская радость вот у меня лично. Очень, спасибо. Очень у меня тем более эмоции, детская радость. Эмоции просто на неделю. Сейчас мать будет все пересматривать и перенюхивать. Вот я мало-мало нюхала. Все, ребятки, спасибо огромное, что нас смотрите. Кому понравилось видео, поставьте лайк, пишите комментарий. И подпишитесь на наш канал. Пока-пока. Пока-пока.